Всем привет! С вами снова я. И как вы поняли по названию, я снова делаю обзор на мои рисунки, художества. Но перед началом этого видео я хочу извиниться, что так долго меня не было на канале, так как у меня сейчас важные дела в школе, плюс у меня каждый день какой-нибудь кружок, что очень много занимает у меня времени. Но в этот момент прекрасный, чудесный, я снимаю его для вас. Надеюсь, его никто не испортит. Это же закон подлости. Также я хочу рассказать о небольшом спойлере. Я хочу сделать анимацию по 3 минуты под песню. И я уже начала делать, и есть небольшие заминки, я надеюсь, вы поддержите меня лайком, и если все гладко пройдет, я ее выложу как можно быстрее, но будем надеяться, и погнали! Покажу сегодня я свои, не все новые рисунки, потому что их слишком много, а только те, откуда я пришла. Также несколько будет просто показано видео. Здесь мы учили перспективу. Нечего больше сказать. Вот сюда. Я просто буду показывать. Я не буду много чего говорить. Но надеюсь, вы все догадались, кто это. Я его обожаю. Да ладно, да ладно. А, вот это как раз тушь. Меня учили рисовать тушью, но, как всегда, я упоролась с носом. С носом. Панда кривая. Я в курсе, анатомии нет. Милый песик, у которого мне нравятся глазки. Он просто чудесен. Все. А я лучше сюда передвинусь. Вот. А вот это сова. Это уже уголь. Странно, что этот уголь не растирается, но да ладно. Ворона, тушь. Только почему-то голубая. Собака для моей подруги Риты. Точнее, волк. Вот и он. Карпики. Это левая птичка. Тоже тушью. Она мне нравится. Лиски, мои любимые. А, недобелочка. Зайчик. Кстати, вот. Это вот это нарисовано тоже углем, это другой уголь, и все. В принципе, рисунков немного.